Красота. 3 декабря 2017 год, Харьков, час 04 по Киеву. У нас суперлуния, единственная в 2017 году. Видно, как облачность содействует нам. Съемка, когда нижний уровень облаков прет направо, верхний. А, вообще луну закрыл. Ну, красавец. Ну ладно. Ха. Да, тут автофокусы с ума можно сойти. Так, луна в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле. Это на 50 тысяч километров ближе, чем когда Луна в апогее. В этот момент Луна, прямо сейчас, Луна от Земли находится в 357 тысячах километров. Выглядит на 14% ярче и больше. Ну, опять же, если бы не облака. Ну а только что было 200-кратное увеличение, оно эффекта добавляло. Ну ладно, будем ждать следующих просветов.